переследую еще цель. Это что, кузня? В ней создаются детали машины. Теперь я готова ко всему. Может, по ним получится перебраться на ту сторону. Провал слишком широк. Нужно как-то перебраться. Забраться.
Эти штуки сближаются друг с другом. Одного прыжка хватит, чтобы попасть на следующую. За сломанными панелями что-то есть. Может, удастся пробиться?
сейчас! По этой балке я доберусь. Положу в подсумок. Что тут создается? Длина шеи. Видимо, землетрясение нарушило процесс. Осталось добраться до ядра и извлечь данные. А вот это нехорошо. Thank you.
Извлеку данные для перехвата. Шей заблокировал платформу. Придется искать другой выход. Кажется, под ядром есть пространство. Может, удастся протиснуться. Даже весело. Еще чуть-чуть. Лучше этого не повторять. Плазма не причинит ей вреда. Длина шеи тут надолго. Отстреливаться.
можно перебраться, если выбрать момент. Перебраться можно только поверху. Доставать электрические снаряды. Ah!
еще найти путь обратно к еде. Я слышу, как приделывают голову. Голова на месте. Здоровяк готов. Но железная рука держит его на месте. Если перехвачу блин на шее, он сможет освободиться ударной волной. Oh!
приятно снова дышать свежим воздухом. Да и видок неплохой. Снег.
Теперь у меня есть протоколы перехвата для лиходеев. Машина выдержит любой холод. Заморозка не поможет.
немножечко. Плохо планирует.
Я все ближе к местоположению эфира. Гея сказала, что он обосновался в каком-то процессоре. Блокиратор для гривнерогов теперь должен работать. Я могу достать до крыла. Это поможет мне попасть внутрь. Говорит Ромео, доложите обстановку. Борт 41, измените курс, чтобы уклониться от роя. Как поняли, прием. Борт 41, подтвердите. Я вижу, что их кабина разгерметизирована. Экипаж погиб, они на автопилоте. Борт 41, призрак. Что бы ни произошло с людьми на борту, ответить они не смогли. Еще маяк на той же частоте. Подняли тревогу. Древние руины. Тамак превратили их в крепость? Может, эфир внутри? Искать его будет непросто, если там повсюду воины Танат. Мощь армии Регалы только растет. Она нанесла нам удар на посольстве, это правда. Но мы сделаны из железа. Мы не отступим.
Может, Регала и собрала себе армию, но... Ее машины убили весь мой отряд! Вспомни видение. Предтечи не выбирали битву, но все же они не дрогнули. Не отступили. И мы не отступим. Во имя десятых. Ты пришла к нам. Вы знаете, кто я? Огневолосая воительница, одолевшая лучшего воина Регала у Света Пустоши? Да. Мы знаем, кто ты. Я Дека, духовница клана Долинников. Ты пришла говорить с вождем Хикара? Не совсем. Мне здесь кое-что нужно. Все, что тебе нужно, даст вождь. Идем. Это одно из видений, о которых вы говорили? Да. Это записи от десятых. Я могу показать их тебе, если хочешь. По пути к вождю. Ваши видения. Ты говоришь, это записи от десятых. Кто они? Предтечи, которые приняли бой против машин на этой земле много лет назад. Их подвиги отражены в видениях. Ну или в том, что от них осталось. И мы помним и чтим их. А раньше было больше видений? Намного. Здесь все было наполнено светом и звуком. Но с годами видение поглощает тьма. Одно за другим. Поэтому духовники так важны для племени. Мы запоминаем все, что дали видения, впитываем в себя и передаем из уст в уста от поколения к поколению. Однажды роща угаснет, но духовники будущего сохранят видения в памяти. Почему Хикара хочет меня видеть? Мы воюем с Регалой. А ты уже доказала, что можешь выстоять против нее. Я пришла не воевать вместо вас. Не вместо, а вместе. Но я не собираюсь тебя убеждать. Это дело вождя. Он умеет уговаривать. Что значит быть местной духовницей? Мы передаем молодым знания видений и делимся с ними своей мудростью. Какой мудростью? Как быть настоящим воином. Как храбро сражаться и не запятнать честь. И когда стоит заключить мир. Ты сама все увидишь, когда мы войдем. Что ж, пойдем к вождю Хикару. Он в тронном зале, в дальнем конце рощи. Идем. Да узришь ты записи о десятых. Оно повреждено. Запись неполная. Полнота смысла утрачена. Долг духовников — объяснить людям то, что осталось в видении. Десятые были храбрыми солдатами, верными своему отряду и своему долгу. И когда битва звала их, они взлетали в небеса и прыгали навстречу славе. Все Тенакт стараются поступать так же. Пока не было одного вождя, это то немногое, что объединяло все кланы.
десятые. Сортящий лесок. Как дома. Они защищали. Прячусь в тенях. Ловили врагов. Солдаты в джунглях. Те самые десятые? Да. Они умели прятаться от врага в густых зарослях, пока не наступал подходящий момент для атаки. Уже много лет мой клан, клан Долинников, вдохновляется этим видением и живет в джунглях на юго-западе. Чужеземка, прошу, помоги починить этот ящичек. У тебя есть запись предтеч? Из этого ящичка слышны голоса предтеч, но их заглушает шум. Позволь взглянуть. Откуда он? Отобрали у собирателя Азирам. Она пыталась украсть его и другие артефакты с территории Тенакт. Остальные хотели похоронить его вместе с ней, но я услышала голоса. Ну, данные сильно повреждены, но... Дельта Джульетта 9, оружие к бою, приступайте к атаке на рой. Удачи. Принято. Мы выиграем время новому рассвету. Дельта, конец связи. Голоса воинов прошлого. Азирам сменяла бы их на осколки. Доблесть десятых должна жить в памяти. Не совсем понимаю, что значит десятые. Эти голоса из последней битвы предтеч. Другая битва? Я могла бы знать больше, если бы нашла еще ящики. Собиратель сказала, что, возможно, в обломках древних летающих машин есть еще записи. Заявила, что знает, как их найти. Да. Ящики излучают сигнал, передающий их местоположение. Я смогу их найти. Если найдешь, приноси сюда. Я прослежу, чтобы с ними обращались со всем уважением. Мы почтим те жертвы, на которые пошли эти древние солдаты. Я уже нашла одну запись. Возьму все. Позволь тебя отблагодарить. Эти голоса останутся здесь. О них будут помнить. Скажи, если будет что отдать. Много на землях Тенакт собирателей Азирам. С каждым пойманным все меньше. Но они на что угодно пойдут ради осколков. Всегда найдутся те, кто готов рисковать. А что вы делаете с теми, кого ловите? Собиратели проводят жизнь в грязи. В ней мы их и хороним. Зачем тебе эти записи? Каждая битва чему-нибудь учит. Нужно извлечь уроки, почтить павших. Таков путь. Если найду другие записи, принесу их тебе.
50-е. Чаще лесов. Мой визор может засечь маяки черных ящиков. С его помощью я смогу найти остальные. Элой, мы не виделись с самой кровоточиной. Привет, Элой. Я надеялась, что мы еще увидимся после потопа в кровоточине. Натика. Ты все-таки поступила в охрану вождя. Нелегко было решиться, но да. Когда ты ушла, мы попрощались с Кентоком, я думала о его словах. Он верно служил клану и племени как мог. Теперь моя очередь. Он бы оценил. И устроил бы мне выволочку за то, что я отвлекаюсь. Не буду мешать. Спасибо тебе, Элой. Иди с силой десятых. На войне десятые забирались на отвесные скалы и сражались в снег и метель. Они делали все, чтобы защитить свой народ. Они были непобедимыми? Нет, не были. Но видения говорят нам об их силе и отваге. А это главное для истинных солдат. Небесники почитают это видение больше других. Они поселились в горах к северо-западу отсюда. Десятые. Герои. Пустынь. В пустыне. Захватят землю. Остальные боялись ярости. Солдаты атаковали врага. А это видение? О том, как десятые вели войну с врагом в жаркой пустыне, где никто не смог бы выжить. Но вопреки всему, они сумели. И пустынники поступают так же. Ты должна была пройти по их землям по дороге сюда. Да. Они довольно жесткие. Они сочли бы это похвалой. Вождь внутри. Ты готова ко встрече? Готова. Хорошо. Идем. Прямо под троном. Скоро увидимся, чужеземка. Спасительница Меридиана. Мне сказали, ты сдержала войска Регаллы у света пустоши. И победила чемпиона Груду. Один на один.
Впечатляет. Еще я встретила там Фашава. Он сказал, ты великий воин. Человек чести. Его смерть — еще один болезненный удар. Мы не скоро восстановим ряды наших шерифов. Но если ты пришла предложить свое копье, этот час приблизился. Я пришла не воевать за вас. Здесь внизу есть кое-что, что спасет множество жизней, и ваше тоже. Эту вещь невозможно увидеть, но она там. Я видел ее. Ты назвала свою цену. Теперь я назову свою. Мои шерифы мертвы, и ты нужна мне. Помоги одолеть моих врагов, и я пущу тебя в подземную комнату. Меня нельзя купить. Я не наемная убийца. Я должна спасти людей больше, чем ты сосчитаешь. Я сосчитал трупы убитых шерифов. Сосчитал сотни Тенакт, чьи жизни стоят на кону. Я буду биться за них и убью каждого, кто нарушит мир, и ты тоже, если хочешь попасть в подземную комнату. Ясно. По твоей логике, что помешает мне убить тебя сейчас и забрать нужную для спасения вещь? Попробуй. Может, у тебя и выйдет. Бой будет в любом случае. И я предлагаю бой с Регалой и ее преступлениями. Ладно. Я слушаю. Нужны шерифы, чтобы племя было единым. Это звание воины могут получить только в боевом испытании Кульрути. Я уже объявил о его проведении. Но Регала намерена сместить меня, а потому она нападет. Захочет убить меня перед собравшимися кланами. И я должна стать твоим телохранителем? Нет. Защитить Кульрут. Но это не все. Зная, что Регала нападет, один из кланов уклонился от призыва участников. Отправляйся на север. И заставь Текотте, предводителя небесников, подчиниться зову Кульрута. Заставить подчиниться? Сделай все, что нужно. Я не могу провести Кульрут лишь с двумя из трех кланов. Шериф Катала поможет. Его ранили у света пустоши, но он не бесполезен. Шериф на севере, в деревне Скальный Кряж. Найди его там. Он отведет тебя к крепости клана Небесников. Если у тебя остались вопросы, задавай. Сожалею о гибели Фашава. Он показался мне хорошим. Более того, он был мостом между Тенакт и Карха. Ни одного другого чужака мы так не уважали. Я надеялся, он станет моим голосом в Меридиане. Перемирие с Карха могло стать чем-то большим. Союзом? Обменом. Карха не такие, как мы. Наши подвиги мы отмечаем краской на коже. И память умирает с нами. Но Карха не забывают. Их подвиги хранятся в свитках. Вы хотели учиться? Как я учился у Фашава. Большая потеря. Фашав назвал Регалу твоей главной ошибкой. Почему? Это не твое дело. Правда? Я билась с ее воинами у света пустоши, но не знаю, зачем ей война. Она была самой опасной из шерифов. Острием моего копья. И что случилось? Регала презирает Карха, которые сожгли живьем ее братьев. Когда мы отбили красные набеги и разрушили свет пустоши, она хотела гнать их до самого Меридиана. Не желала мира после смерти безумного короля и не понимала, чем обернется эта война. Когда я принял послов Авада, она обезумела
назвала предателем, вызвала меня на бой. Что ты сделал, когда она вызвала тебя? Будь ты Тенакт, ты бы знала, что такой вызов нельзя не принять. Усмирить ее было нелегко. У меня 7 шрамов с того боя. Шерифы требовали казнить ее на месте. Но я понял, что не могу забыть о нашем с ней прошлом. Она не раз доказывала мне свою верность. И я пощадил ее. Но она приняла милосердие за унижение, которое она не может простить. Регала хочет твоей смерти. Хочет. Но этого ей мало. Она не успокоится, пока все 3 клана не поддержат ее поход на Меридиан. Кто знает. С машинами она вполне может сравнять его с землей. Машины уже нападали на него. Я знаю. Что такое Кулерут? Раньше кланы сражались друг с другом, но теперь мы... союзники против машин. Это мой закон, и его олицетворяет Кулерут. Каждый клан должен послать участников на ритуал. Эти участники должны проявить себя в бою против машин на арене, за этими стенами. Победившие воины становятся шерифами. Они объединяют племя и хранят мир. Ты зовешь их хранителями мира, но шерифы на посольстве были воинами. Не только воинами. Они отреклись от родного клана и поклялись вечно служить миру и порядку. Они блюдут закон, разрешают споры и представляют Тенакт на переговорах. Без них я не смогу править. Поэтому ты должна обеспечить проведение Кулерута. Почему клан Небесников не участвует в Кулеруте? Из всех 3 кланов у них самая надежная крепость, защищенная стеной, называемой Валом. Их предводитель считает, что сможет переждать нашу войну с Регалой за своими укрытиями. И сохранить силы, пока вы ослабляете друг друга. Ты размышляешь, как опытный шериф. Хорошо. Почему я должна образумить Небесников? Все Тенакт уважают сил, а ты отбила атаку Регала у Света Пустоши. И потому что твои шерифы мертвы? Верно. А что же Каталла? Он один не справится? Он калека, они не проявят уважения. Звучит несправедливо. А потерять руку справедливо? Уважают они его или нет, но Каталла нам полезен. Он знает Небесников и вырос в их крепости. Он сопроводит. Ты сказал, что видел что-то внизу? Видел. В день своей великой победы. О чем это ты? 10 поколений кланы сражались за владение этими священными землями. И лишь я их получил. Я сражался годами. Убил всех, кто стоял на моем пути. И когда я покончил со всеми врагами, я остался в роще один. Победа была моей. Так я думал. Гром грянул с востока, и ударила синяя молния. Прямо туда. Гея умерла, и прибыл эфир. Видение рощи вокруг меня стали громче и ярче. И вдруг передо мной явилось новое. Предтечи говорили, и то, что они сказали, изменило все. Что предтечи сказали тебе в новом видении? Та, которую звали Фарадей, предрекла растущую опасность машин и велела объединиться против них. Она призвала шерифов, чтобы установить мир. Видение растаяло и больше не появлялось. Я отметил точку, где оно сияло, копьем, и навсегда запомнил слова Фарадей. Покончил с войной между кланами. Научил воинов сражаться с машинами. Кулерут дал мне шерифов. С тех пор племя жило в мире.
пока Регалла не напала на свет пустоши. А та комната под троном, ты потом входил в нее? Входил. Внутри древнее устройство. Оно гудит от мощи. Ты увидишь все сама после Кулерута. Клянусь тебе. Я сделаю то, что ты просишь, и разберусь с Текотой на севере. Но не забудь о нашей сделке. Ты получишь обещанное. Если преуспеешь, поговори с Декой на выходе. Она подготовит тебя к дороге. Двигайся. Шериф Катала ждет тебя. Арена закрыта. Уходи. Хикару сказал, ты меня подготовишь. Я дам тебе оружие в помощь. Оно пригодится в дороге до Скального Кряжа. По пути ты встретишь много машин. И наши разведчики видели там мятежников Регалы. Машины и мятежники. Ничего нового для меня. И правда. Иди на север к подножью гор. Потом поднимайся, пока не сотрешь ноги, а от холода не перехватит дыхание. Тогда ты поймешь, что добралась до небесников. Да наполнит тебя силы десятых.
Похоже, придется помочь Хикару, чтобы добраться до эфира. Надо найти шерифа Каталу у скального кряжа. На машине доеду быстрее. Руины Предтеч. Стоит заглянуть внутрь. Посмотреть, что там. Так. И что у нас здесь? Реликвия. Интересно, как мне до нее добраться? Мой путь наверх. Как же добраться до выступа наверху? Зимнец. А мне везет.
Ящик может помочь. Получилось. Реликвия у меня. Классно, да, эта штука как-то связана с Лас-Вегасом. Возможно, стоит туда вернуться. Перед уходом стоит еще осмотреться. Вдруг что-то найду. Еще пригодятся. Huh?
Моя сила, твоя сила. Пора узнать, кто у них главный, разобраться с ним. Можно вздохнуть спокойно. Я соскучилась, хорошая. Надеюсь, ждать осталось недолго. Это не было, он далеко не ушел. На нас напали!
сделал. Потерян! Нужно искать жетоны. Ключ. Нужно поискать, нет ли тут чего с замком. Ну и где же она? Вот, они в стрелу. Чужеземка! Видите ее? Я нет! Еще повар. Thank you.
Ну что, подеремся? Я открою сундук найденным ключом. Теперь я готова ко всему. Даже не знаю, что с ним делать. Пожалуй, оставлю пока у себя. Без командира мятежники отсюда уйдут. Но можно разобраться с ними сейчас. В любом случае, здесь я закончу. Теперь это мое.
патруль из наездников. Прекрасно. Меня заметили. Теперь здесь безопасно. Земля стала холмистой, воздух холодным. Похоже, скальный кряж уже близко. Пробирает до костей. Чему вся эта акробатика? Вот и скальный кряж. Каталла ждет меня где-то здесь. Но сперва лучше осмотрюсь. Страница. Хочешь подождать? Ага. Мой отряд скоро выдвигается. Мы присоединимся к остальным защитникам. Прибудут с тобой десятые. Настало время покончить с мятежниками.
Слышал, твой брат получил знак от тренера боев. Ага. Он только об этом и говорит. Получил знак и может да. Бросить вызов крепости. О чем вы говорили? У меня есть для тебя кое-что интересное. Это Каталл. Неужели на что он смотрит? Тогда мне есть, что тебе. Однажды. Успел пару раз ударить перед тем, как пират меня вырубил. То, что ты сделала для моего народа, известно каждому из земных кланов. И я хотела бы предложить стать твоими глазами и ушами. Ведь здесь не происходит ничего, о чем я бы не знал. Одного из них из виду, и собственно говоря, есть сообщение о мятежниках. Их заметили в лесу, на юге. Часть их разбила лагерь на юго-западе, у побережья. А другие укрепились к западу отсюда, за валами. У нас не хватает людей, чтобы разобраться со всеми. Так что лучше будь начеку. Спасибо, что рассказала. Как будет время, попробую помочь Танакт с мятежниками. Не упускай возможность поторговать. Однажды успел пару раз ударить перед тем, как Ирак меня вырубил. А что?